смел. Мне нравится. А вот теперь нам точно пизда. Спокойно. Я не в обиде. Убить меня невозможно. В иллюзорностях нет такого сценария. Земля дает мне бессмертие, как и всему вокруг. Вам, циклами, мне, бессрочно. Тьфу ты, блядь! А чё ты тогда вырубился? Оболочки смертных, но не я. Спасибо, как раз хотел сменить. Беда с пальцами. Ну и кто же одарил меня новым скином? Виджик! Чувствую в тебе истинную силу. Жаль, что слабость столь проста, пока еще рано. Поэтому рад знакомству, гости дорогие. Что же заставило вас ими стать? Я уже и забыл, когда ко мне спускались добровольно и столь дерзко. О, бедняга, к тебе что, никто не приходит? Является без воли, но хоть бы кто с желанием. О, а это мы. Да? Как сам? Качаешься? И что же, воистину навестить? Или же пришли просить? Да, просто так. Заебал! А чё, мы не можем навестить высшую сущность и спросить у неё, как дела? Ну, как дела-то? Падшие. Накрыть столы. Пир. Гости должны быть важны. Музыку, шлюху, пиво, господа. Прошу за мной. Бля, пиздатый тип. Аморал, срочно телепортируй нас отсюда, слышишь? Я бы с радостью, но цепь-то развалилась. В смысле? Да в прямом! Ты что, видишь ее на мне? Почему ты раньше мне не сказал? Да я сам только что заметил. Как хорошо, что мы встретили мрака. Он нам и поможет отсюда выбраться. Ты идиот. Да пошел ты, я твою жопу спас. И где благодарность? И вообще, я считаю, этому мраку можно доверять. Тебя давно встречали пивом и шлюхами? Меня ни разу. Теперь...